Добро пожаловать, ребят, снова в GTA 5. Я очень рад представить вас на своем канале. И, ребят, прошу прощения сразу за мой голос, за мое состояние. Что-то меня конкретно скосило, что-то конкретно меня окончательно подшатнуло. Вот, какой-то вирус подхватил и... Вот так вот произошло. Вроде тепло, одевался в шапке, шарф, все как надо. Но все равно, видимо, общественный транспорт дает о себе знать. И от этого никто не застрахован, ребят. Но ничего страшного, слава богу, есть силы. И сейчас я вам готов, несмотря на это все, показать кое-что нечто грандиозное, нечто удивительное, мега сногсшибательное, мега... Превосходно, иначе сказать я никак не могу. Посмотрите, ребят, вниз. Перед вами, можно так сказать, самая высокая рампа в GTA 5. Рампа из космоса. Ребят, выглядит впечатляюще. Посмотрите, внизу даже города нет. И мы также, ребят, посмотрите, на уровне Луны находимся. И, кстати, доказательство этому также служит то, что на этой высоте нету теней. Вроде солнце светит, но тени от Франклина не падает вообще. И также, посмотрите, я добирался до сюда с помощью вот этого летательного аппарата, с помощью этой гидры. Ребят, посмотрите, где я даже не могу найти, где эта штука находится, этот спуск. Вот он, ребят. И самое интересное, что я потратил огромное количество времени, чтобы это все настроить. Казалось бы, да, найди эту карту в интернете, но на самом деле, ребят, к сожалению, она была не закончена. То есть там были вот эти вот все, вот эти вот полосатые рампочки, но они были неровно стыкованы, и поэтому просто-напросто спуститься гладенько, ровненько не получилось бы. Ты бы постоянно врезался бы во что-то и вылетал и погибал. Поэтому, ребят, мне пришлось огромное количество времени потратить, чтобы это все состыковать и сделать максимально ровно. Я на самом деле до конца еще не доходил. Ходил, я просто сделал ровненько, и по этому, ребят, сегодня с вами это все посмотрим. Так что бери что-нибудь вкусненькое, а пока что я тебе расскажу об одном необычном канале. В общем, скажу вкратце, автор действительно старается над своими видео. Постоянно какой-то монтаж, постоянно какие-то смешные фразочки, постоянно что-то происходит, и к тому же он не один. Все это он делает в GTA-шке, в VR-чате и других популярных играх. Видео выходит один раз в неделю, но каждое следующее лучше предыдущих. Так что советую тебе заценить по подсказке справа сверху, ты будешь в восторге. Е-бой! Смотри, что я нашел. Я тоже такой хил. О, тихо-тихо, броня, я беру броню. Женя, не! В общем, давайте начинать. Для начала нам нужно, конечно же, заспамить нашу автомобильку. Автомобильку, что я сейчас сказал, ребят? Берем любую суперкар, давайте возьмем, ну, давайте возьмем, наверное, Т-20. Т-20 вроде самая быстрая тачка в игре. Но если что, ребят, исправьте меня в комментариях. Также я поставил спидометр, чтобы видеть отчетливо скорость. И также, посмотрите, тени здесь нету. Поэтому можно смело утверждать, что мы находимся очень высоко. Да, там даже, вон, смотрите, видно граница. Граница земного шара GTA 5, вон она. И там еще вдалеке какое-то закругление. В общем, поехали, ребят. Не! Да что ж ты будешь делать? Я уже перевернулся. Ладно, в таком случае разгоняемся. 150 км в час всего лишь. Так медленно. Надо включать, ребят, читы ускорения. Мы будем лететь очень долго, мне кажется, потому что это очень высоко, мега круто. Все, я застрял. Мы пролетели очень маленькое расстояние, вообще мизерное. Машина не набирает больше 250 километров в час, поэтому нам нужно в обязательном порядке еще сейчас включить читы ускорения, чтобы она хотя бы добралась до 500 километров в час. И очень, ребят, проблематично потом забираться вверх, да, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. В общем, сейчас включаем чит, делаем ускорение на максимум, я уже улетел, потрясающе. Чувствую, сейчас будет жарко, ребят, вы готовы? Раз, два, три, поехали! Я опять перевернул, да что ж ты, а нет, нет, все нормально, держимся. Давай! Полетели! 500 километров в час! 300. Ой-ой-ой, машина неуправляемая, надо сейчас выравнивать ее. Выравнивать, давай! Ух, отлично встали, отлично, прекрасно. Она еще тоненькая, попробуй еще попади ее свысока. Вот, ее вообще крутит в воздухе. О, все, мы улетели.
Я полагаю, за то, что на тонкой мы постоянно отсюда слетаем. Но выглядит это просто мега потрясающе. Посмотрите, вон уже край карты. Действительно, мы практически из космоса пытаемся спуститься вниз. Скатываемся вниз. Уже 200, 300, 400, 500 км в час, но это еще не предел, мы можем потом разогнаться до 1000, да опять, да что, давай, пожалуйста, пожалуйста, хоть чуть-чуть коснить, нет, полетели, все, я думаю, это сейчас окончательный вариант, мы сейчас доберемся хотя бы до низа, до самого, да что ж ты крутишься-то, давай, Т-20, Нет, ну пожалуйста. В таком случае, ребят, давайте возьмем другую машину. Допустим, вот эту. Я думаю, Т-20 сильно уж быстро. И не для этой рампы. Нам бы хотя бы немножечко удержаться. Хотя бы это, я думаю, будет... О, ровненько. Никуда не вылетает. Та очень резко. Здесь немножко плавненько все идет, ребят. Потрясающе. Супер. Еще один трамплинчик. И главное удержаться сейчас, я так понимаю, да? Потому что чем выше мы подлетаем, тем очень проблематично нам встать на рампу обратно. Давай. Уу! Я удержался. Там еще трамплин, еще выше. Посмотрите, насколько мы высоко сейчас находимся. Вот смотрите, где гора Чилиат, а где мы. Казалось бы, самая высокая точка в GTA 5 это гора Чилиат. Но нет, это вот эта вот рампа. Там еще ускорители. Какая же красота. Супер. Но мы это еще, ребят, делаем с... Вау, пожалуйста, удержись. Нет, только не это. Нет, только не это, пожалуйста, держись. Держись! Нет! Там она еще, смотрите, неровно идет. Мы, короче, это делаем со скорости 500 км в час, но мы потом это все исправим и скатимся, я думаю, со скоростью в 3 раза больше, чем данная. Я настроил машину на супер скорость, взял, кстати, тачку, с помощью которой мы перепрыгивали карту в GTA 5. Если вы не смотрели этот ролик, то обязательно посмотрите, он реально сногсшибательный. И, в общем, если сейчас нажму на кнопочку W, то вся машина улетит. Поехали. Нет, не улетела, я был неправ. Воу, мы уже не держимся. Как ее начинает крутить, это просто жесть. Пробуем еще раз, аккуратненько спускаемся. Аккуратненько. Летим. Да как же мне удержаться, она очень тонкая, эта рампа. В таком случае давайте сделаем разгончик. Посмотрим, насколько далеко мы сможем... улететь. Пожалуйста, приземлись ровненько, пожалуйста. Я ничего трогать не буду. Давай. Во, она сама стала. Она сама едет. Ее начинает крутить в воздухе. Что делать? Я не знаю. Да елки-палки, опять меня выкинула. Воу, начинает крутить. Крутит. Ой, очень как крутит. Как же мне теперь остаться на рампе-то, а? Ой, начинает так как... Ой. 1000! Улетаем! Улетели! Конкретно! А давайте-ка попробуем заспавнить вообще мотоцикл. Я думаю, на нем будет легче держаться, чем на автомобиле. Ёлки-палки, как же его крутит-то! Ё-моё! Он улетел. Вообще улетел. От одного мини-толчка мотоцикл просто из-под тебя улетает напрочь. Пробуем на велосипеде. Серьезно, как это вообще будет работать? Как же его носит-то, а? Это все действие ускорения. Невозможно удержаться, серьезно, вообще невозможно. Давай! Нет! Берем другой моцик. Возможно, с ним будет все нормально. Так, или, возможно, со всеми мотоциклами такое происходит. Ой же, как его... Как
Как он у меня из-под ног вылетел? Это рампа. Ёлки-палки, как же он летит, а? На мотоцикле рампу просто пройти невозможно. Все равно идется какая-то мини. Мини-несостыковочка в этих вот плитах. Но я знаю транспорт, с которого ты точно никогда не улетишь. Это будет, ребят, танк. Давайте попробуем на танке, серьезно. Не, он больше не набирает вообще. А не, набирает. Танк едет со скоростью 400 км в час. Его тоже сносит. Одно неправильное движение, один неправильный поворот, и все. И тебя снесло с этой рампы. Неуправляемый становишься. Скорость-то вообще огроменная. Так и в жизни. Так что, ребят, ничего не остается, как использовать обычные автомобили для спуска с этой грандиозной рампы. Ой, как начинает нести-то, а? Ёлки-палки. Встанем? Встанем? Нет, не встали. Или встанем? Чуть-чуть, давай! Давай, крути! Нет! Вот это нас подкинуло! Давай! Давай! Давай, нет! Опять давай! Лети, лети, родимая! Как же сложно-то, достаточно! Все очень сложно! Невозможно просто удержаться на рампе. Это просто жесть. Мы залетели, ребят, в бассейн. Привет. Как дела? Отлично, ребят, остановочка. Я забыл, что у Франклина есть очень крутая способность. Это замедление времени, с помощью которой мы можем поравнять немножко машину. Давай. Аккуратненько вот так вот делаем. А в воздухе мы можем равнять? Не совсем, в воздухе мы начинаем тормозить. Давай! Удержись, пожалуйста. Вау! Хоть бы ты встала. Да! С помощью этой способности можем останавливать, потому что сейчас бы мы вылетели окончательно. Давай! Нет, 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 только не это, только не это, только не это, только не это. Вывернул, вывернул, сейчас будет у нас спуск справа. Давай! Опять сносит! Даже способность не помогает, опять снесло, прям на ровном месте. Давай! Давай! Воу-воу-воу, давай, давай, становись, становись, становись! Нет, только не это. Опять нас просто-напросто выбросило. Так что, ребят, вот такая вот прикольная рампа. Надеюсь, я вам поднял сегодня настроение. Единственный минус этой рампы, то что она очень узкая. И удержаться не практически невозможно. Одно неправильное движение при спуске, потому что огромная скорость 500 км в час, и нас начинает дико выносить. Так что, ребят, вот такие вот дела, вот такая вот потрясающая штука. Если вам все понравилось, обязательно ставьте большущий палец вверх, также подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моем канале. Рассказывайте обязательно друзьям об этом видео, пусть знают, что в GTA-шке существует мега крутая, высокая, самая огромная рампа прямо из космоса. Я думаю, они удивятся. Ну а с вами был, друзья, как всегда, я Райли. Желаю вам, ребят, всем успехов, никогда не молите. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего вам всем настроения и увидимся в новых видео. Пока!